Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, мы прибыли с вами проходить игру под названием Far Cry с MP5, модификация на различном сложности. Это 17-я часть про Калинскрис, 17-я глава, которая называется Болото. Потом фабрика, дамба и вулкан. Мы уже почти прошли эту игру. Очередной мод на Far Cry. И нагибаем всех просто. К нам гости. Сейчас скоро же будет наше любимое место. Самое офигенное, мое любимое место. В этой чудесной игре. Вы готовы, дети? Да, капитан, я не слышу. Вперед. Я попытаюсь пройти с первого раза, короче. Но это вряд ли, Я веду, на тебе пулемет. Окей. К нам гости. Мы не пройдем через эти ворота. Вот, блин. Я попробую другой маршрут. Не очень такое начало. Ёб твою мать. Джек, сзади! Ёб твою мать, нет! Всё-таки не с первого раза не получилось, а? Вперед. Вот говно, а. Ну ладно. Я веду, на тебе пулемет. Окей. К нам гости. Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой маршрут. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Нет, надо попадать. Че я туплю? Давай. Надо тащить. Третья попытка. Давай, ты сможешь. Я веду, на тебе пулемет. Окей. Не тупить, давай. К нам гости. Мы не пройдем через эти ворота. Как ты, сука, попадаешь? Я попробую другой маршрут. Что-то меня взлагало. Так, давай. Попадаем. Мы все оставшиеся. Достань их! Так. Достали. И сейчас будет самое трудное. Я смогу. Нет. Все-таки я промазал, сука. Вперед. Падла. Я веду, на тебе пулемет. Окей. К нам гости. Вперед. Короче, сразу с ракеты будем всех убивать. Гранату. Я веду, на тебе пулемет. Окей. Бесполезно. Нам гости. Не, ну так не пригодится. Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой маршрут. Еще три. Достань их. Отлично. Нас блокируют. Давай, разберись, Джек, с ними.
И вот так вот давай. Нам надо прорваться. Сейчас или никогда. Держись. Да, именно так. Вот как надо это место проходить. Учитесь у меня. Учитесь. Двое, мы на месте. Сообщи нам, где находится главный. Это можно пропустить? Так. Нам уже полегче все дается. Достань их! Что там происходит? Что там творится? Выбежали, суки. Я прямо атакую! Они что, обойти хотели? Не, все нормально. Все под контролем у нас. Да бля, зачем я свои убиваю, а? Курица, нахрен она там появилась вообще? Офигевшая, блин. Мне что-то померещилось. Что за... Ты слышал? Это он! У меня на тебя уже пуля подписана! Ты жив? Там у нас чисто. Ты слышал? Чего там? Община. Обычно комнаты управления у них располагаются на верхних этажах. Иди сюда. Я, кажется, что-то нашел. Нашли. Джай, окей. За мной. У меня просто нервы пошаливают. Что за чертовщина? Джек, осторожней! Мне напали, блин. Надо ей помочь. Смотри, а вот не умирай там. У меня есть код доступа к этой двери. Сезам, откройся. Какая умница. Надо ее тоже похвалить все-таки, да? Напарница моя сладенькая. Вон там! Дохни-ка! Падла, задели меня. Аптеку дайте. Итак? Джек, передаю тебе координаты устройства. Торопись, у нас мало времени. Ну, хотя бы за сейв спасибо. Черт, закрыто. Не волнуйся, для этого у тебя есть я. Вот и открыто. Ты ничего там не видишь? А что за чертовщина? А, карточку надо найти.
Странно. Мне показалось, я что-то слышу. Вот она. Ты видел? Ничего не заметил? Представляете, если бы так проходить все моды вообще на Far Cry? Устройство у меня. Что дальше? Я почти закончила. Это же вообще капец. Давай, Валерий, к тебе. Я все забрал. За мной, Джек. Куда мы идем? Увидишь. Кстати, мне еще вот недавно, вот сегодня Фига, скинул новую карту Иван Комаров. Мы пройдем сегодня, я, наверное, выложу сегодня как раз. А вы это видео потом увидите. Анонс типа такой. Подожди, надо отключить замок. Попробуй теперь. Аванпост, боеголовка где-то там. Ты первый. Ну чё? Погнали. Быстренько опустошим эту базу. Ты ничего там не видишь? Не видел? Ничего не заметил. Эй, друг, жив. Не стой здесь, пожалуйста. Теперь ты мой. Я проверяю твою башку. Так, пора заканчивать уже эту главу очередную. Ты ничего не заметил? Вот он, я же зашел. Блять. Сука. Как я не заметил его, а? Развернулся, блин. В то здание даже заходить не буду нахрен. Что это было? Это было. Какой? Чертовщина. Иди сюда. Я, кажется, что-то нашел. Ждем теперь Валери. Вот это я понимаю. Сервис. Я за рулем. Уступаю. Осторожнее. Лаборатория охраняется лучшими людьми Кригера. Ну, разумеется. Мы разберемся с этим, Дойл. Свяжусь, как только доберемся туда.